Секунду. Вот. Ага. Теперь вот угол у меня, вот этот. Я хожу с 11-го года. Меня-то не надо. Угу. Вот. Сынок, посмотри, какой у меня угол. Вот они сейчас выли и говорят, да там, посмотри, давай свет включи, а то не видно. Если можно, да. Вот. Это вот вся стена. Вот вся стена, давай там эту лестницу. Угу, угу. Я вижу, так-то вижу. Ага. Вот вся стена такая, там все отвалившее. Они мне сделали летом за мой счет отштукатурили. Ага. Теперь... И у вас там все течет, да? То есть течет. И по новым обоям. Вот. Ой, обои все отвалившие, все. Ага. А плитка вот. На потолке как держится или тоже? Вот она. А, три штуки они вот здесь мне сделали новые. Вот здесь, да, поставили? Вот здесь, да. Ага. Вот они все вот прогнувшие даже. Ну, ой, конечно, как бы нам посмотреть. Они прогнувшие. Вон, видите уже куда? Вон они все отваливаются, уже плитки-то. Ага. А текло здесь, это что-то страшное. Вон, видите, вот здесь вот текло, и там текло. И что они стали делать? Они пробьют канавки. Ага. С этих канавок несет горячая вода. Ага. Мы говорим, почему горячая вода идет? Никак, не знает почему. Значит, и вот посмотрите, что у меня с балконом. У меня... Это лед, лед, да? Лед. А здесь вон лед. У меня была крыша. Угу. Куда они эту крышу дели, не знаю. Как Лазян сказал, они ее выкинули. Ну зачем же было выкидывать? Вот посмотрите, здесь. И у меня теперь раньше я открывала эти окна, угу. И вот эти сосульки-то сбивала. Угу. А теперь мне не открыть. Видите, они все ледяные и все зайдут. Угу. Течет жутко. У меня даже вот здесь вот все капает. Вон, видите, как капает? Мокрый, это даже. И вот здесь вот, вот сюда вот капает. Вон, оно все у меня везде. И посмотрите, что они. Проходи туда, сынок. Ага. Оп. Вот. Только не упади. Ничего страшного, да. Я вот закрою, прямо у вас... А вы посмотрите, вон, видите, они продлили этот, как его, вот эту крышу. Ага. Она же не пристает к этому, к дому-то. Ага. И оттуда так вот течет прямо вот все сюда, наверное, как мы думаем, не знаю. Но у меня все течет. И вот теперь на третьем этаже течет и на втором. И протекает через ваш балкон и вниз, да? Вот, да, вот. У вас даже тут сосульки. Да. Вот. Это что-то невероятное. Сделали новую крышу. Когда была старая, у меня ничего не текло. А теперь вот такая новая крыша. Угу. Вот как можно.